Приветствую, друзья! Погоды изменились, поэтому я вам напоминаю, записывайте 2 недели, пожалуйста, каждый день геомагнитную обстановку, температуру воздуха, атмосферное давление и осадки, и ветер. 4 фактора. Когда вам плохо от этого изменения резкого колебания погоды, разминайте себе, пожалуйста, шею, положите руку на руку, вот так под кулаком подожмите, чтобы кисть была свободной. Разминайте, это зоны Захарна-Геда. Зоны Захарна-Геда, туда выходят рефлексы всех внутренних органов. И когда вы здесь разминаете, 2-3 раза в день, даже хотите, если чаще можно, по 10-15 секунд, голова проясняется, при этом добавляйте туда узелки на память, все 10 пальчиков разминайте, да, чтобы было 10 ударов таких антиспазмических, улучшающих кровообращение мозга, и тогда лучше кислород поступает в клеточки мозга, питание клеточек мозга улучшается. Ну и еще делайте синхронасос, это ходите по комнате туда-сюда или на одном месте, нажимаете точку ХГУ, коленка поднимаете, вот так вот, и говорите букву Х, вот так. Ну, а потом другой ногой, ходить туда с упаковкой, 1-1,5 минуты. Если у вас болит горло, если у вас какой-то голос, как у меня сейчас, например, вы когда так делаете, 1-2 минутки, буквально, то потом голос становится чище, и вы петь можете уже, как я, даже лучше 100 раз. Конечно. Записывайте погоду и делайте вот эти вещи. Это помощь. Это дополнительные приемы к методу ключ. А метод ключ – это подберите себе любое упражнение, которое вы только вспомните в моменте, и начинайте его делать. То упражнение, которое вам хочется продолжать. Это критерий, которого в мире нету, который я придумал и создал, анализируя всю физкультуру. Оказывается, в физкультуре помогают только те упражнения, которые вам подходят в моменте их выполнения. Да. А сам процесс подбора путем перебора этих упражнений развивает творческое мышление, изобретательские способности. И поэтому я убрал картину. Ну, покажу сейчас. Мне сказали там в комменте: а вы пишите хорошие, улыбчивые картины. Не надо печатать грустные, писать грустные. Ну, как холодно стало на улице, да. А вы пишите, да, вот мы сейчас все прокомментируем. Улыбка, да. Из хаоса сделал улыбку за 15 минут до нашей встречи, чтобы вы улыбались. Пишите, что добавить, что прибавить, что улучшить, где подкрасить. Мы в формате коллективный разум. Учимся вместе создавать шедевры. До встречи, друзья. Да, кстати, не забудьте подписаться на канал YouTube и Telegram. А в Телеграме есть еще платформа «Как помочь себе». На YouTube нам осталось подписать 4-5 подписчиков, и будет 204 тысячи. И вы увидите, какой ролик я сделаю следующий для вас. Этот будет такой ролик, который нужен и вам, и подросткам, и всем на нашей планете. До встречи!